29 августа, то есть со вчерашнего дня, в коммунальном транспорте МТТУ запущена функция покупки электронного проездного билета на месяц на все виды транспорта. Как это работает? Мы работаем с нашими партнерами, банком «Приват», приложение «Приват-24». Полтора года где-то уже работает возможность приобретения разового билета. Теперь мы подключили возможность покупки проездного билета. Проездной может быть как гражданский для взрослых пассажиров, так и школьный, студенческий для, скажем так, наших детей, учащихся и студентов. Что для этого надо сделать? Для этого надо отсканировать QR-код с помощью приложения «Приват-24» в общественном транспорте. В каждом автобусе, трамвае, троллейбусе расположены эти QR-коды. Дальше выбрать тип билета, разовый или проездной на месяц, ну, соответственно, подтвердить, и появится электронный билет. Он будет действовать ровно в месяц, там возможность предусмотрена выбрать дату, да, с какого числа начнет стартовать этот проездной билет. Ну и, соответственно, пока он будет активный, он будет иметь некую мультипликацию, на нем будет двигаться наше транспортное средство, и он будет яркий, цветной. Когда он заканчивается, соответственно, он становится в негативе, и никаких движений, и мультипликации там нет. Проезд льготной категории школьников или студентов, при предъявлении этого билета необходимо показывать ученический и студенческий билет. На систему полного электронного билета нужна сумма, ну, значительная, там, порядка 7-8 миллионов евро. Да, это с установкой терминалов по продаже электронных билетов, с установкой валидаторов. Вот эта функция позволяет работать без этого оборудования. То есть имеет человек смартфон, имеет приложение, карточку и деньги на этой карточке, и билет возможно покупать.